фотодиодов таких. И в зависимости от того, значит, какой свет, теплый или холодный, воздействие идет на нервную систему. Сейчас очень много уделяется, если читаете литературу, очень много уделяется внимания цветотерапии, что под воздействием именно лучей, цветовых лучей, там у них у каждого определенная длина волны, и каждый цвет вызывает какие-то свои определенные изменения в организме, как-то по-своему воздействие. Вот поэтому на Тайване применяются, допустим, такие светодиодики.